давно. Обычно с нее я начинаю концерты, но сегодня другой случай. Но она все равно в начале. Называется она «Обращение к портрету». Дело в том, что у меня было театральное детство, и я впитала в себя много театра, и есть такое понятие, как четвертая стена, и в то же время есть такая точка, кому мы, может быть, поем и обращаемся со сцены. Это некий такой придуманный образ, это некие глаза, это некий нарисованный портрет. Меркнет